Вы когда-нибудь просыпались и обнаруживали, что ваш кот свернулся клубочком рядом с вами и крепко спит? Если да, то вы не одиноки. Многие владельцы кошек сталкиваются с таким поведением. Но почему же кошка любит спать с вами? Давайте разберемся. А также в конце видео вы узнаете, благоприятно ли человеку спать рядом с кошкой или нет. Первая причина – кошка использует вас как постель с подогревом. Температура тела кошек выше, чем у людей, и составляет 37-38 градусов по Цельсию. Ей намного легче переохладиться, поэтому кошка сделает все возможное, чтобы найти теплое и уютное место для сна. А ваша кровать вполне подходит для этого. Кроме того, теплое тело хозяина – идеальное место для ночного сна, особенно голова или ноги. Прижимаясь к вам, они могут поддерживать температуру своего тела без особых усилий всю ночь. Вторая причина – безопасность. Дикие кошки проводят большую часть своего времени дремая. Они всегда готовы к быстрому реагированию на любую угрозу. То же самое относится и к домашней кошке, хотя никаких особых угроз нет в ее окружении. Когда ваш кот спит с вами, он может чувствовать себя более безопасно, зная, что вы обеспечиваете его защиту. В этот момент кошка доверяет вам самое ценное, что у нее есть – себя. Третья причина – территориальное поведение. Ни для кого уже не секрет, что кошка считает вашу квартиру своей, и все, что в ней находится, также принадлежит кошке. В том числе кровать, диван или стул, где вы сидите. И, кстати, хозяин тоже принадлежит ей. Поэтому кошка вправе спать там, где она хочет. Если кошка достаточно привязана к вам и доверяет, то она позволит вам спать рядом с ней. Четвертая причина – детские воспоминания. В детстве котята инстинктивно прижимаются к маме для защиты, комфорта и сохранения тепла во время сна. Или спят кучкой с братьями и сестрами, обнимая друг друга. И это поведение остается у них на всю жизнь. После мамы кошки вы выполняете ее роль, заботитесь о пушистике, обеспечиваете его пищей и оберегаете от всего. Прижимаясь к вам во время сна, кошка слышит биение вашего сердца. Оно напоминает ей о комфорте, безопасности и любви, которые она чувствовала во время сна с мамой, и это успокаивает ее. И, наконец, пятая причина, почему ваша кошка спит с вами, просто она любит вас. Скорее всего, кошка выбрала вас своим любимым человеком, и сон с вами – это проявление любви и доверия к вам. Если вы проводите много времени вне дома, кошка будет очень по вам скучать, ей может не хватать вашего внимания, и поэтому она стремится любым способом быть ближе к вам. Совместный сон будет укреплять ваши отношения и любовь. Но полезно ли человеку спать с кошкой? У такого совместного сна есть как преимущество, так и недостатки. Нежное мурчание кота будет убаюкивать вас и поможет быстрее расслабиться и уснуть. Сон рядом с кошкой способствует уменьшению стресса, беспокойства и снижает кровеносное давление. Наличие кошки рядом снизит частоту сердечных сокращений и уменьшит вероятность ночных кошмаров. Также у вас будет вырабатываться окситоцин, известный как гормон любви. К недостаткам можно отнести режим жизни кошек. Многие из пушистиков достаточно активны в сумеречное время, и под утро они могут отправиться на охоту и разбудить вас. Как следствие, вы не сможете выспаться. Если ваша кошка не слишком чистоплотна, она может приносить частички наполнителя или даже фекалий к вам в постель. Если ваша кошка выходит гулять на улицу, то может принести вам в кровать блох, паразитов или какие-либо инфекции. Кроме того, если кошка предпочитает спать на груди или на голове, это может ограничивать ваши движения во сне. Так разрешать или нет кошке спать рядом с вами в кровати? На этот вопрос нет однозначного ответа. Это личный выбор каждого котородителя. Но если же ваш котик любит спать с вами, примите это как проявление любви и близости и наслаждайтесь этим временем вместе. А ваш котик любит спать рядом с вами? Пишите в комментариях.